Сегодня в Ачинске работает председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Спасибо мэру города Ачинска. Он решил кортеж руководителя правительства региона провести по убитой дороге 5 июля, на которой было множество нареканий, претензий со стороны водителей. И сегодня человек, занимающийся в том числе распределением бюджетных средств края на ремонт дорог, ощутит все прелести проезда по 5 июля. Мы едем совместно с кортеджем председателя правительства в объездную дорогу города Ачинска 5 июля. Дорога, мягко говоря, не очень. Ну и, видимо, бонусом Игорь Петрович провез еще по улице Гагарина, которая тоже не в лучшем состоянии, и свернули на улицу Свердлова, которая затоплена канализацией. Вонь ужасная. В эту жару дышать просто здесь невозможно. Весь кортедж двигается дальше к администрации города, где назначено совещание.